Крокодилы – одни из самых опасных хищников, живущих на планете. В искусстве нападать и убивать, вероятно, им нет равных среди присмыкающихся, обитающих в воде. Это безжалостные кровожадные охотники, не оставляющие шансов своим жертвам. Вас ожидает подборка жестоких нападений крокодилов. Подписывайтесь на канал. Крокодилы появились примерно 150 миллионов лет назад в мезозойскую эру, в ходе эволюции превращаясь в хищников, обитающих около воды или в воде. Современные виды крокодилов пережили динозавров почти на 60 миллионов лет, но по своей физиологии и строению являются наиболее совершенной группой рептилий. Обычно крокодилы не уходят далеко от воды, но при необходимости могут преодолевать несколько километров пешком или не слишком ретивым галопом, развивая скорость до 17 км в час. Пища крокодилов зависит от размера конкретной особи. Чем крупнее рептилия, тем многообразнее ее меню. Редкие кадры. Крокодил проник на территорию домовладения и напал на людей, купающихся в бассейне. Большую часть суток крокодилы проводят в воде, а охотятся только с наступлением темноты. Мелкую добычу рептилия заклатывает целиком. В поединке с крупной жертвой оружие крокодила – грубая сила. Больших сухопутных животных, например, зебр или буйволов, крокодил караулит у водопоя, атакует внезапно и утаскивает в воду, где жертва не в силах уже оказать сопротивление. Массивные челюсти крокодила с легкостью дробят череп крупного млекопитающего, а сильные рывки головой и особый прием смертельного вращения мгновенно разрывает добычу на части. Жевать крокодилы не умеют, поэтому, умертвив жертву, мощными челюстями выкручивают куски подходящей плоти и глотают целиком. Зачастую крокодилы сами становятся жертвой других хищников, но только когда перевес на стороне последних. Особенную угрозу для крокодила средних размеров представляет ягуар. А вот крупный крокодил не под силу даже трем взрослым львам. Но становится легкой жертвой для стаи бегемотов. Едят крокодилы достаточно много. Один обед может составлять до 23% от массы самого хищника. Нередко крокодилы прячут часть добычи, но не всегда запас остается в сохранности и часто употребляется другими хищниками. В случае непредвиденной голодовки крокодил может обходиться без пищи больше года, благодаря внушительным жировым запасам и замедленному метаболизму. Буйволы – один из самых частых объектов атаки крокодила. Они особенно подвержены ей у мелких водоемов во время водопоя. We'll be right back.
Безжалостная рептилия настигает буйвола в воде. Но последнему некуда бежать, так как на суше его поджидают не менее опасные хищники. Поистине безвыходное положение. Крокодил против удава. Неравная борьба и очевидный исход. А это действительно уникальное видео. Крокодил нападает на двух взрослых львов, переплывающих реку.